Мы приехали со Спелым на историческую хуйню. И сегодня мы увидим, что... Баттл Оксимирона и Дизастера, друзья, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Походу, за Дизастера пришли болеть вот эти черные ребята. Они реально настоящие черные чуваки. Они что, тебе помахали рукой? Да. Покажи, посними. Hey, what's up, guys? I've been fucking losing, popping pillies, man, I feel just like a rock star. Ну, Окси, yeah. Короче, вот. Hey, nigga, I don't give a shit. Ну, окей. I understood that. Yo, I'm fucking Russian too. Are you Russian? Yeah, we are Russian. Russian. Thank you for coming out, guys. Yeah. This is Frank Stax. He's an American battle rapper. How you doing, brother? Legend. How you doing, brother? Nice to see you, man. Well, how'd you shake my hand with the camera? Slow. Oh, that's funny, right? Easy. I'll talk. Твой взгляд, кто сегодня победит? Как ты считаешь? Сегодня победит хип-хоп. Окей. Ты как будешь болеть? Я болею, конечно, за Окси. На самом деле, я искренне верю, что он может победить. Реально. А если победит, то все куплено. Травма. А если победит, то ничего не куплено. Таир, где ты был, чувак? Я тут. Окей, отлично. You know, it's crazy. America? After. Fucking talk. No. Okay, easy, bro. How about, easy, okay, bro. How about we talk about? Да, уберите этого чувака вообще. Fuck, baby. I don't give a shit about what they say or what anyone else says. How about you and me talk? I don't give a shit. Не в минус. Данил, привет, как дела? Нормально. За кого болеете, ребят, сегодня? За Спартак. Ребят, за Спартак? Мы за Дизастера приехали поболеть. Отлично. Поэтому будем девчонки... болеть за Оксимирона. Билеты закончились, смотрите, написано sold out. Все продано. Цены ищут билеты, и фишка в том, что, короче, когда только они появились, продажи, они стоили $30 обычный билет, и билет стоил что-то около 120, да, если не ошибаюсь? Сейчас, короче, билеты стоят обычно где-то около под сотку стоят, а VIP-билет $300-400. Все, теперь мы в тусовке. Черный. Мы как Хованский пьем пиво на Мерсусе. Классика. Короче, мы наконец-то еле-еле вышли. Все, короче, обсуждают батл. Все, да, просто говорят об этом. Никто не ожидал, на самом деле, что Окси будет так жестко давить. Все, что мы слышали от Дизастера, это типа русские шлюхи, сосуд, я трахал твою маму. Я думал, что Дизастер жесткий типуля, а продает розовые кепки. За двадцатку. За двадцатку, да. Закрой ебало, shit, I fucked that shit up, bro. I fucking hate that, I fucked that shit up. Fucking дали штуку шлюха. Твою мать, у меня есть фотка с Дизастером. Едем домой, пока никто не спиздил телефон. Как тебе батл? Ничего не понятно, но очень круто. На твой взгляд, кто лучше? Объективно. Слушай, я приехал болеть за Дизастера, и я вчера понял, что Мирон разъебал. И он разъебал. Ты вчера это уже понял заранее. Просто все обычно говорили до батла, что он по-любому проиграет. Я тоже так думал, но я почему-то я проснулся вчера с этой мыслью, братан. Не переобуваюсь, я набил счет на руку, you know? 5 побед, 1 поражение, оно не считается. Ништяк. Это круто. Рад был пообщаться. Да. Было очень круто, мне все понравилось. Я считаю, что Оксимирон одержал в этом батле победу. У него было намного грамотнее и более философская подача. Было очень круто. Вообще у меня, как это, сюрприз, знаешь, Оксимирон, high expectation. Вообще реально всех удивил. Никто не ожидал. Это Баба Лайн, это Рима с Бабой. И это Сталин, эту вещь вообще охуела. Ребята, короче, за антихайпа, походу. Да, да. За антихайп ебал всех в рот, все дела. За мэ. Сука, нахуй. Что вы думаете, пацаны, кто сегодня был сильнее? Пацаны считают, что
Я точно говорю, что Оксимирон. 100%. А ты считаешь, что дизастер? Я считаю, что дизастер. Ну, было бы очень странно, братан, если бы ты считал, что это Оксимирон, понимаешь? Нет, отвечаю, столько русских пришло, блядь, невероятно шансов не было. Окси, Окси. Реально? Да. Ну, блядь, я все равно патриот чуть-чуть патриот. Братан, мы это скинем, понимаешь, гнойному покажем этот видос. За мой! Вы организаторы? Да, мы все это организовали. Построили весь салон. Красавчики, пацаны. Вот это, блядь, вот это респектуха. Ты зачитал, что такое поддержки вообще? Нет, от души отыграл. Ощущение. А вы ждали такого батла? Нет, я вообще не ожидал. Let's go. Ты понятно. Хорошо. Thanks for doing this, man. I appreciate it. Друзья, мы только что были свидетелями исторической хуйни батла Оксимирона и Дизастера. Подписывайтесь на наш канал Проект X. Мы делаем крутой контент о жизни, бизнесе и тусовках в LA. Проект X. Бррррр!